Ребята, всем привет! Сегодня будет немножко другой ракурс съемки у нас. Надеюсь, что будет удобно. Напишите в комментариях, насколько это было хорошо или нехорошо. Про мой маникюр и про мои руки. Кузя, кутузя, уж как говорится, тут самовыражается на руках, как может. Наша котяшка с бельмом на глазухе сбала. Вот она нам дает последние дни прикурить, конечно. Вот, но очень умная кошечка, очень. Научилась открывать дверь и снутри наружу, и снаружи внутрь. Это просто нереально. Это при том, что она еще котенок, еще даже не выросла до своего размера. Да, так вот к чему это я все? 3 дня проболела, к сожалению, выбила нас из потока событий. Огромное вам спасибо за все сообщения, теплые, с теплыми пожеланиями выздоровления, которые я от вас получила, просто гигантское количество. Вот, и вот снова я в строю, так что со среды как бы я ничего не делала, не отправляла, не паковала, но вот теперь сегодня у нас уже вторник, закрываем гештальт, неделя у нас промчалась, но зато есть и положительное. Я вчера была на севере и проехала мимо Шаблюля, у меня, правда, было очень мало времени, там буквально час. За час я там кое-что мне надо было сказать и обсудить по разным жемчуг, цвет жемчуга, там камни. И, ну, зато я забрала посылку с вашими заказами. Так что, девчонки, кто что ждет, как говорится, еще буду так покашливать. Вот кто что ждет, подходите поближе к экрану. Да что ж такое-то, а? Вот. Ну, хорошо. Значит, что у меня в руках? У меня в руках камень. Сине-голубой лабрадор. Я искала синие лабрадоры девочки одной под серьги. Мы уже полгода пытаемся с ней найти у какого-нибудь израильского производителя серьги под ее кольцо, и все время это очень пока не получается. И Катя мне показала камушки, они по одному, поэтому они не подходят в серьги, но в кольца очень даже. Вот этот камушек я выбрала в такую модель, ее номер 1215, размер здесь 18,8, он, честно скажу, на второй мой палец маловат, а вот на 18,5 сядет, 18,5 сядет хорошо, очень красивое кольцо, $50, модель 1215 для заказа. Таких камушков очень мало, я их отбирала в прошлый раз, когда я была в Шаблюле, когда это было пару недель назад, и вот уже нам их вставили в кольцо, так что это не заказ, кому нужно, кому нравится, забирайте. Прошу прощения за свой маникюр, ибо только завтра у меня очередь, а это джель-лак, я его не могу сама снять, чтобы перекрасить, поэтому будем вот так вот мучиться. Ну, кто хочет написать мне там каких-нибудь гадостей про маникюр, вы знаете, в свете всего, что происходит в мире, это такие мелочи, что, пожалуйста, самовыражайтесь, пишите про маникюр, про что угодно, на самом деле. Иногда даже такие мелкие неприятности, как кому-то не понравилось твое видео, они просто как теплая вода зимой. Помню, когда я приходила со школы, руки замерзшие, перчатки вечно где-то теряла, открывала в кухне кран, а у нас там не было горячей воды, потому что у нас была колонка газовая, которая подключалась только в ванной. То есть в ванной была горячая вода, а в кухне она уже не... В кухне не было, был кран такой. Мы вообще жили в коммунальной квартире в Харькове. В какой-то момент потом сделали дырку в стене, провели какой-то резиновый шланг от этой колонки. То есть в итоге сделали ту горячую воду, но... На момент моего детства в школе было холодно. И вот с мороза заходишь и подставляешь руки под струю этой холодной воды, а у тебя руки настолько замерзшие, что эта вода кажется теплой. Вот, и такая странность. Вот, вот то же самое, когда вы мне пишете комментарии, какие у тебя ужасные ногти, корявые руки, и вообще ты плохо говоришь, и маячишь, и быстро вращаешь рукой, и вообще украшения уродские, и все, вы знаете, вот по сравнению с тем, что сейчас у нас происходит в мире, в стране в нашей, вообще везде,
Это как-то вот как вот та вода холодная, которая кажется теплая из крана. Так что, девчонки, самовыражайтесь. Кому хочется писать гадости, пожалуйста, я совершенно не против. Единственное, что не разрешаю, это обижать моих клиентов и подписчиков. Это я сразу очень грубо обрываю. А на меня что угодно в любой момент. Как говорится, любой каприз. Смотрите, 19-й, но это не 19-й, это больше. Это, кстати, заказ, девочка давно ждет. Спросила у меня уже несколько раз. Сейчас вам, вы знаете, даже скажу, у меня здесь компьютер рядом включенный, и у меня таблица заказов. И я вам даже скажу, если вообще-то у меня написано, какой размер просили. Кстати, очень красиво. Кто не знает, что это такое, это триплет. Триплет – это оникс. На нем сусальное золото, это фольга такая золотая наклеена, и сверху кварц. Катя сказала, что у нее еще есть всякие триплеты. Они бывают оникс, бывают бирюза, то есть такие бирюзового цвета, бывают родонит. А, и бывает лазурит. Вот, четыре вида. Так вот, у нее то, что у нее есть, она может дать, но новое они уже не заказывают. Так что только то, что есть. Вы знаете, 9-й таки был заказан, но у меня такое ощущение, что ли я немножко схуднула после болезни, что он немножко великоват. Но по штангенциркулю он ровно 9. Вот попрошу, как говорится. Все у нас, все ходы записаны. Интересно, сколько времени они делали? Ничего себе, слушайте, довольно давно. Мы это кольцо заказали еще 24 октября. Видите как? Я всегда говорю 3 недели, а на самом деле мы уже, извиняюсь, 26 декабря. Это 2 месяца получается. Ну, дело такое, в общем, на самом деле действительно у нас война. И немножко все это дело сейчас сложнее. Так, хорошо. $47 и 909 это артикул для заказа. Мне кажется, что у меня даже такое недавно приходило с Таня заказывала с ониксом черным, такой же точно. Так, следующее это ребята у нас что это такое? Это оникс. У меня есть ощущение, что я просила дымчатый кварц. А может, и ошибаюсь после болезни. Вообще, на самом деле, как говорится, все путается. Вот, значит, интересная квадратная модель. Кто любит. Как вы видите, граненая сверху. Я так параллельно тут еще одним глазом смотрю в компьютер. Может, что у меня тут хорошего будет написано. Я вам скажу. Нет, ничего хорошего здесь нет. Не указан камень у меня, к сожалению. Ладно, хозяйка этого кольца мне сама в личку отпишется, что она просила. Значит, смотрите, здесь у нас модель это 421. Стоимость этого кольца, ребята, $52. Размер этого кольца классический 18. И это черный граненый оникс. Очень надеюсь, что это именно то, что просили. Что-то у меня в голове засел дымчатый кварц. Не знаю почему. Вот такая красотень. Так. Вот подержу вам его. Для того, чтобы лучше было видно. Я не знаю, на каком фоне, кстати, красивее украшение и ярче. На темном или на светлом? Я как бы сразу сделала две возможности такие. Могу просто на фоне белой бумаги даже показывать. Если будет как бы ярче, красивее смотреться. Еще раз. $52. $421 артикул. Девчонки, кому я еще не дала штрих-коды по запаковке, прошу прощения, но я уже как бы начала. Сегодня уже Дима партию запаковал тех штрих-кодов, которые я дала за последние. Вот вчера немножко там я попаковала, так что это все уходит в отправку. Кому я еще не прислала штрих-код, реально прошу прощения. Будем исправляться. Думаю, что
Сегодня на ночь глядя позапаковываю еще вещи. Если кому-то срочно что-то, обязательно мне напишите. Галя, посмотри, это я тебе показываю. Галя знает, о чем речь. Мы сняли колляр, сняли струну и сделали 50 сантиметров. Рита нам вчера прямо срочно сделала цепочку. Это моя любимая модель цепи. Они спрашивают, какую модель ты хочешь. Я номера не помню артикула. Я говорю, ту, что я люблю. И сразу мне вот эту вставляют. Вот, классно получилось. Так что еще есть у нее и серьги к этому кулончику. Нету артикула, поскольку это было вчера, так сказать, для лечения. Забрана в больничку шаблюля для смены цепочки, поэтому не могу вам артикул сказать. Если кого-то очень заинтересует этот кулон, напишите мне в личку, WhatsApp сообщение, я просто у Гали в переписке посмотрю. У нас там все данные. Так что, Галя, твое есть готовое. Далее, то же самое касается вот этих серёг, давно я их очень просила, жду. Браха уже замучилась ждать, но вот они пришли. Я сюда в прошлый раз меняла, девочки, в Словению, меняла на английскую швензу, вообще классно смотрелись. Эти серьги, по-моему, мы как-то их мимо прошли, мимо них. А очень классная модель, это I507, Prodessa, это второй каталог, Шаблюль два каталога. И цена без швензы 43 доллара. В смысле без швензы. С крючком, как это идет от Шаблюль. Не все, кстати, меняют. Многие любят и так. Кто боится, можно заглушку просто силиконовую добавить. Кто хочет заменить на английские швензы. У меня остались еще украинского производства. Они у меня на вес золота, потому что я их получила еще до короны. Представляете, а теперь как бы... Столько всего произошло за это время. Мозаль, что я тогда как бы большую партию закупила. И я их вот трачу потихонечку, меняю на шаблюль, на шаблюльские изделия, на Израиля. Вот, и получается иначе совсем смотрится. Так, I507, это браха ждет эти серьги. И а цена, как я уже сказала, 43 доллара, не считая. Если браха захочет менять швензы, это плюс 9 долларов. Так, а вот Бершеву уедет колечко. Как раз очень его тоже ждали. 18 размер. Ну, по крайней мере, мое ощущение, что это 18 на мою руку. 28-18 артикул. Цена его в долларах, ребята. Сейчас вам скажу. Ну... 51. Я вам скажу 51 доллар. Я вам скажу, ну, это волшебное слово. Когда я говорю себе ну, я сразу все нахожу, я все вспоминаю. Как-то сразу вот как смазка в делах. Сказал ну, и сразу оп, и нашел стоимость кольца. Такой вот спиннер. Интересная форма. Видите, тут он заужен, чтобы было удобнее руку сжимать. Артикул 28-18, и стоимость я вам уже сказала после слова ну, 51 доллар. Еще у нее же, у Лены есть еще тут заказ на столе, я вам его, конечно же, продемонстрирую. Она просила, это вот интересная такая версия, 14-80, сразу три кольца идет. 43 доллара стоит вся эта тройка. Они все по рисунку, как вы видите, разные. И девочки, как бы, для чего их заказывают? Иногда просто носить как вместе. Ну, это большой размер. Ладно, покажу на третий палец. Большой на меня, на третий. Можно носить вот так вот просто вместе. Можно носить, скажем, вот так вот. 3-2. Можно вставлять между еще и другие колечки. И получается у вас прям целая россыпь. Можно на большой палец. То есть, что хотите, то и делаете. Вот такая мозаика. И все эти три стоят кольца 43 доллара. То есть, получается, там сколько? По примерно 14, что ли, долларов за колечко. Значит, просили у меня, чтобы большой размер, потому что это идет на большой палец, если не ошибаюсь, Лена хотела. Ну,
О, видите, как я же вам говорю, волшебное слово. Значит, это у нас, ребята, идет. Да, это десятка американская, они сделали 19,8. Ну, мне вот да, на большой палец, например, налазит. То есть можно их вот так носить. Ну, всякие разные вариации. У меня здесь нет на столе какого-то небольшого. А, как же нет? Есть, но он маленький размер. Просто показать, как это смотрится, если вставить еще колечко между. Получается очень. Маряша, я помню, из Бершевы тоже заказывала. Ну, в принципе, у вас хорошая у всех фантазия. И я думаю, что вы увидите. Кстати, если камера не отображает, вот здесь вот ветка вот такая оливковая, она идет выпуклая, а вот здесь она внутрь вогнута, как бы чеканка. Ну, а третий он вообще рисуночек другой. Так что они все три разные. Так, далее, что у нас еще тут интересного для вас? Видите, я пока по заказам, чтобы девчонки успели перед Новым годом разобрать свои вещи. Так, я вам показала браслет. Мы еще сегодня браслетик не смотрели. Такой мощный браслет, я честно скажу, он довольно дорогой. Он тяжелый. В плане того, что серебра. Это не дутое. Это все цельное серебро. За счет этого он довольно тяжелый. И если я смогу, у меня тут есть весы. Мне даже интересно, сколько получится вес. 40 грамм, ребята, браслет на 40 грамм. Довольно мощно. И он за счет того, что у него большой вес, он не дешевый, а стоит он 141 доллар. 141 доллар, такой крючок у него, видите, как сделан. И это идет, сейчас мы его попробуем даже подцепить прямо в прямом эфире. Ну иди сюда, чего ты такой стеснительный? Вот так это идет. И за счет того, что он тяжелый, он будет у вас опускаться, и он не расстегнул, ну, по крайней мере, логически, да, ну, гравитация все-таки, он не будет расстегиваться, потому что он будет тащиться вот так вот вниз, и здесь натяжение будет. За счет этого крючок не будет расстегиваться, что нам, в принципе, очень полезно при таких довольно-таки мощных и дорогих браслетах, чтобы они не терялись. Видите? 141 доллар. Вот рукой пытаюсь не вращать, чтобы вы могли его увидеть. Вот такой вот браслетик. Далее. Тоже это заказ, разумеется. Что еще мы тут извлечем, чтобы вам показать? О! Это тоже девочка ждет. Еще один браслет, сейчас вам покажу. Значит, это наш 305-й любименький браслетик. $71. Он сделан специально с висюлькой, с гранатом. Попросили висюльку в форме ромбика с таким же камушком, как и основа этого браслета. 305-й, все мы его знаем. У меня такой личный есть, с ониксом граненым. Одна из популярных моделей на канале. $71 стоит вот данный браслет с такими висюльками. Интересный факт, что как мы узнали, что можно висюльку? Он в каталоге вообще идет вот так вот, без, вот такой вот. И как-то приходили они то с петлей, то без петли. И нас это так удивило. В итоге мы теперь поняли, что когда мы хотим заказать этот браслет, нужно уже заранее просить петлю или без петли. А теперь мы еще дальше пошли. Мы еще и сразу и висюльку просим, чтобы, как говорится, несъемная была. Вот такой вот 305-й браслетик. Видите, тут цветочек, шаблюлики, спиральки, цветочек. И очень удобно за счет того, что он. Его трудно сам на себе застегнуть,
Честно скажу. Хотя вот тут карабин хороший, крупный поставили. У меня помельче в моем браслете. Но если вы его уже застегнули, он, как говорится, фиг расстегнется. То есть его уже носите и носите. 305-й, еще раз напоминаю, $71. Так, следующее, что я вижу здесь, это будет у нас сейчас прямо целый комплект. Сейчас мы будем раскладывать, рассматривать. Значит, это у наши треугольнички. С моей любимой цепочкой, заметьте. Значит, раньше треугольничек шел с тонкой цепочкой. И я уже даже и не говорю. Зора, она уж сама знает. И ставят такую цепочку. Ну, как бы нормальную. Та тонкая. Кто-то из девчонок сказал, что чихнул, и цепочка порвалась. Мы были в шоке. Поэтому с тех пор мы просим ставит нам цепочки потолще. Значит, это голубой топаз натуральный. Треугольнички. Сюда входит кольцо, серьги и кулон. Кольца есть разные под этот камень. Серьги, по-моему, только одна пара, один вид. Значит, какой у нас артикул? 36,95. За $51 вы получаете вот этот вот кулон. Кстати, у меня есть в наличии на складе в стоке такой же точно с дымчатым кварцем, если кому-то нужен. Значит, под него есть 27,64 серьги. Серьги обычно, насколько я помню, дороже были. Они $58. Вот они. Такие лапочки, они идут, видите, как классно получается такой вот. И кольцо мы уже подбирали отдельно, если честно, есть несколько моделей, поэтому если кто-то хочет комплект, мы всегда решаем, что лучше. В данном случае мы выбрали артикул 2202 за $61, и вот такая шинка. То есть голова у всех в принципе довольно одинаково, потому что треугольный камень. Размер, сразу вам говорю, это 18-18,5, судя по моему ощущению. Вот такой получается у вас классный комплект. Как-то мы сделали такой пайлот и заказали просто все камни, которые у них были в шаблюле. Получилось так классно. Черная шпинель, по-моему. Цитрин был, зеленый аметист, там много-много разного. Аметист фиолетовый, дымчатый кварц, белый топаз. Короче, все, что такое интересненькое было, все мы попросили. Потом как-то забыли про этот комплект, давно его не заказывал никто. Не было его в видео, соответственно. И вот недавно опять мы про него вспомнили. За что большое мерси девочке, которая его заказала. Так, хорошо, это мы разобрались. Так, я хочу Гале еще ее заказ показать. Это на 50 сантиметров, 22,60. $71 стоимость такого, такой цепочки. Здесь, как вы видите, она сделана из разных таких элементиков. Вот. И, собственно, наверное, я так посреди видео закончу. Просто уже 23 минуты. Я хочу выгрузить видео, чтобы сегодня оно все-таки вышло не поздно. И я вам продолжаю показывать. Тут еще очень много всего. Так что у нас еще это далеко не конец.